Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Из этих людей получаются хорошие инженеры и строители. «Ре» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. «И» сообщает характеру дипломатичность, как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Звук «Ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. Люди с этим именем добиваются успеха в карьере, они очень трудолюбивы. Значение имени говорит о том, что если вдруг представилась выгодная возможность, не стоит ее игнорировать, а надо воспользоваться случаем, который принесет успех и благополучие. Если в этот момент эти люди увидят комбинацию двоек, это значит, что они смогут полностью насладиться процессом, и удачу уже сложно будет чем-то отпугнуть. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях, однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «Ф». Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.